В Ярославле ремонтируют улицу Харитонова. Она вошла в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Сейчас подрядчик срезал верхний слой асфальта, а рабочие устанавливают бордюрный камень. Новое покрытие проезжей части будет двуслойным. Также отремонтируют тротуары, установят знаки, нанесут пластиковую разметку. Завершить ремонт планируют в начале сентября. Сложности только с коммуникациями. Значит, колодцы, люки и проблема с засорами там, и кабеля попадаются на глубине, которая не соответствует их укладке. Есть у нас небольшие проблемы, это с заменой коммуникации. Сейчас, ну, они не сдерживают ход выполнения работ. Сейчас работы по сетям полностью закончены. Сейчас они передаются генподрядчику под асфальтирование. Сегодня работу подрядчика проверил народный контроль. Общественники и заказчик за ходом ремонта следят ежедневно. Несмотря на то, что улица небольшая, объем ремонта 500 погонных метров, дорога важна для горожан. За последние годы здесь только латали ямы, но этого было недостаточно. В департамент городского хозяйства поступали многочисленные обращения от ярославцев с просьбами привести, наконец, в порядок территорию. Во-первых, она связывает несколько микрорайонов в центре города. Во-вторых, здесь осуществляется заезд в больницу имени Соловьева. И недопустимо, чтобы тяжелых больных возили по разбитой дороге. Только в Ярославле в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют 23 улицы. Всего в программу попали 30 объектов общей протяженностью больше 80 километров. На эти цели выделено порядка 1,5 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней.